Здравствуйте, Владимир Николаевич. Форум «Стратегическое партнерство 1520» проходит в Сочи. Этот город, который ассоциируется с Олимпиадой. Вот в преддверии Олимпиады, что Северо-Кавказская железная дорога делает в рамках подготовки к Олимпиаде? Стратегическое партнерство 1520 – это большое событие. И не только для Северо-Кавказской дороги, это в целом для нашей страны. Речь идет о транспортных коридорах, речь идет о сотрудничестве международном. В нашей железнодорожной семье по содружеству много конкретных вопросов. Все, что касается олимпийского строительства, оно ведется в соответствии с намеченным планом. Помимо введения в строй всех объектов с высоким качеством, а это окончание строительства по двухпутным вставкам, сегодня возросла пропускная способность линии Туапсе, Адлер, и благодаря этой работе мы сегодня везем олимпийские грузы выше заданного плана. Сегодня на 107% к заданному плану мы перевозим грузы. Строительство Адлерского вокзала, строительство линии на Красную Поляну – это огромные проекты, которые мы сегодня ведем, но они также в плановом режиме будут сданы. Поэтому нисколько не сомневаемся, что Олимпиада состоится и в срок.